что я готовлю. Маленько уже тут почти что выздоровела, но еще болею. В перерывах между походами на работу лежу, отлеживаюсь лечить. Ну, голос уже получше, но еще болею. Уколы ставлю. Ну, в общем, это не к еде будет сказано. В общем, в последнее время запала на грудку. Опять купила кольца ананаса. Сильно мне понравился привкус. Но решила в этот раз еще горчицу. Купила горчицу по-дижонски. Думала, что она зерновая. Она, оказывается, простая горчица с зернами. О, острая. Перчика красного не могу. До сих пор черный перец купить, девочки. В нашем рядом дискаунтере нету. А в дорогом магазине забываю, короче, покупать. О, плитка у меня, видите, чуть положишь, что на панель, сразу пикать начинает. Управление. Так, в общем, сейчас замариную, потом еще выложу ананасиков и запеку. Вот такая вкусная курочка с ананасиком сверху. С сыром я посыпала, фоточку ставлю. Получилось, вот она немножко дала сок. И такая она немножко получилась снизу тушеная, сверху запеченная. Извиняюсь за голос, периодически пропадает. Доброго придоброго всем денечка, мои дорогие и уважаемые подписчики. Наконец-то я практически здорова. Еще немножко там что-то где-то есть. Еще пью травки там всякие, витаминки. Прям вообще затянулась у меня болезнь, потому что нужно отлежаться. Тут еще всякие праздники. Я, конечно, не выпивала. Даже ни вино, ни шампанское с 3 числа, потому что береглась и столько много всяких препаратов принимала. Ну и как бы я не сказать, что там сильно там уже выпиваю, но иногда хочется выпить вина на стойке там какой-нибудь с подружками. Так что вот сегодня такие супер покупки. Зашла в магазин, вообще опять всего накупила. Вот всякую посуду привезли, такую красивую, про посуду немножко попозже. Так что не оставайтесь со мной. Сегодня большая закупка из магазина Фикс Прайс. Сразу начну с икорницы, потому что мне нужно было, чтобы мне со следующей покупки в 2 раза больше баллов получить. Я перед этим тоже что-то брала, заходила. Это я в следующем видео вам, наверное, покажу, потому что я не знаю, куда что уже положила. Вот, она стоит 55 рублей, 26,50. Я списала баллы. Тут у меня было 26 баллов, я их списала. Хотя, кажется, мне было больше баллов. Баллы сейчас сгорают в течение 3 месяца, девочки. Может, у меня уже там что-то сгорело, потому что я вроде как бы накапливала там баллов 100, чтобы что-то купить. Ну, смотрю, что-то у меня вроде было 77. Может, что-то покупала, не знаю. Очень много привезли от фирмы Kitchen вот таких вот всяких вазочек, больших и маленьких. И вот так подарок с любовью. И на день Валентина для лучшей хозяйки. Ну, а главное для 8 марта. Там что-то, правда, не так рано. Это все тоже стекло вот это идет, которое мы до этого брали. Ну, такая мимимишка, девочки. Такая привязь. У меня есть чуть побольше. Мне подруга Иринка, привет тебе, дорогая, дарила. Это хрустальная, правда, ваза. И тоже у нее вот такие же ушки. Прям такой ушатик милый. Конечно, бы можно еще одну купить. Но посмотрю. Если за баллы поменяю, может быть, куплю. Как бы надо будет 2. Ну, как бы для икры. Икру же мы ложками как бы не едим. Варенье какое-то такое, вот что-то, мини-закусочку какую-то положить. И просто вот так на стол поставить. Можно и сахарок какой-то там насыпать, еще что-то положить. Ну, такая миленькая штучка, прям вообще не могу. И вот это все из этой серии, оно все как бы подходит, перекликается. Я на Новый год не купила, были там вот большие похожие вазочки, потому что были на те же вазочки, которые у нас были на ножке, поэтому я уже маленько воздержалась. Но тут не могла удержаться. Значит, это у нас стекло, КНР, вот такая вот коробочка. Так что вот, кому нужно, спешите. Так, ну и значит, дальше брала рулет вот такой. Сама сейчас я ем только конфетки. Стараюсь немножко. Сбросила 4 килограмма я. Вот пока болела. Вот, с 28 декабря я последний раз взвешивалась. Вот сейчас 4 килограмма. Не буду говорить, какой вес. Большой все равно еще. И больше никак стоит. Хотя я еще больше не ем. Причем 2 килограмма я практически сразу сбросила. И потом по килограмму. И вот сейчас уже не могу уже, наверное, неделю больше сбросить нисколечко. На месте стоит, либо чуть прибавится. Конфеты, конечно, ем. И, конечно же, чай с сахаром. По 3 ложки, ну, на маленькую кружку. Вот. Для гостей купила рулетик. Доченька иногда приезжает. С молодым человеком. Так, вот, значит, рублей 26,50. И мне написали, за следующую покупку в 2 раза больше баллов получите. Ну и тут же Жанну понесло. Так, я купила на работу лапшичку. Иногда хоть и время, мне хочется похлебать. Готовить одно мне не хочется для себя. Конфетки купила для себя любимые, но тоже для гостей. Самые мои любимые конфеты с кокосом. Конфеты намного дороже в магазине. Стоят здесь 200 грамм, получается 55 рублей, получается 100 грамм. Значит, 25 рублей, 250 рублей килограмм конфеты с кокосом вы не купите. Я люблю еще, конечно, Баунти. Оно чуть-чуть повкуснее, но оно, извините, 55 рублей. Вот маленькая пачечка, там 100 грамм всего. И на весы они у нас по 600 рублей, по-моему, килограмм.
Купила вот такие ананасы с кольцами в сиропе. Именно кольцами беру. Мелкие, кажется, мне из отходов делаются. Стоят они одинаково, которые порезанные. И покушать можно. И я в последнее время стала делать, я, по-моему, в этом видео или в прошлом вам показывала это видео, не знаю, вставлю или не вставлю. Это видео, наверное, будет большое, в следующем вставлю. Я теперь делаю курицу с ананасом. Вообще вкуснятина. Еще вот надо в кисло-сладком соусе попробовать. Тоже говорят вкусно. Но я что-то, вот, как что-нибудь одно припаду, то делала просто их в этом. Как его? Ну, просто в этом... В соусе добавляла горчицу, я вам уже говорила, там зерновую такую, майонез, там лук и вот такое вот все остренькое делала. Сейчас вот стала делать. Ну, я тоже мариную, конечно, еще ананасы добавляю. Оно немножко другую пикантность придает, тоже надоело. Купила барни вот такие, у нас командори кончились. А здесь вот 99 рублей, 8 штук, тоже удобно. Сейчас я тут, кстати, открою, оно так открывается, интересно, девчонки. И такая коробочка прикольненькая. Другая, чем командори, но на вкус, наверное, такие же 8 штучек, вот такие в барни. Я, кстати, не пробовала, я должна попробовать поесть, обмыть свое выздоровление, так сказать. Вот, подружка еще уже вам говорила, с внучком подрос, у нее 5-летний внучок, сейчас часто ко мне в гости приходят, и я вот, он плохо кушает, вот даешь ему барни там или что-нибудь сладенькое. Я уже ломтишку купила, во всякий случай, но думаю, ломтишкой, наверное, его не уговоришь. Так, и вот такую вазочку еще Жанна прикупила. Так, Жанна понесла, значит, это все вот тоже в таких коробочках идет красивых. Чаша для варенья с крышкой. Вот я бы лучше ее, может быть, и под икру бы использовала. Ну, тоже как бы икру много же не ложим. Сразу же делаем как бы бутерброды, получается, и все. Все вот так вот она лежала, вот так. И вот тут вот такая штучка была, чтобы она не побилась. Вот стали коробки делать. Вот рюмки, девочки, были без коробок. Пришлось мне так отнести. И вот смотрите, какая она-то. Вот. Это вообще очень удобно. Вот какой-то там сгущеночку или какой-то джем там для оладушек, для чего-то налил. И раз вот остался, раз закрыл, также убрал в холодильник. Очень удобная вот эта штука. Напоминает мне эти наши, как лимонницы. Тоже прикольненькая такая. Вот это вот можно для рукоделия там кому-нибудь использовать, какие-нибудь делать интересные задумочки. Вот. Тоже красиво так смотрится, необычно конусом. Ой, не могла же она устоять от такой красоты. Вот, еще раз повторюсь, на подарки очень удобно дарить, смотрите. Вот, мед налить, конечно, да. Икру, конечно, мы не ложим, в основном едим только на бутерброды. Хотя в этом году икра недорогая, у нас по 139 рублей, мы как бы девчонками частенько ее берем. Так, купила еще вот такой лофт из хозяйственного. Вот такой лофт, я понимаю, купить за 99. А то вот этот узенький там у нас такой был, поменьше этого, и тоже 99 стоил. Мне прям было жалко денег, я так его и не купила. Это подвешивать на дверь, очень удобно. Я вот еще купила для мусора такую штучку, и тоже вам так еще не показала, решать нельзя. Тоже прям не нарадуюсь. На следующем видео покажу, что уже это не новинка. Пропустила, я хотела снять новинки. Там заходила, так, что-нибудь одно покупала периодически. Вот, как бы сильно такого ничего интересного не было. Аж тут, чтобы на 1000 набрать, чтобы, потому что с 1000 рублей теперь только 5% баллов начисляют. Поэтому я и разошлась. Вот. Они у нас в сером цвете, в белом и вот в таком. Ну, что-то взяла потемнее. Хотя белый цвет, конечно, тоже больше мне подходит под гарнитур. Но, думаю, наверное, сильно будет мараться, все на нем будет видно. Взяла вот такой. Вот такая вот штука. Я потом подвешу и вам покажу. Все туда что-то складывать. Можно даже не обязательно бытовой химии, можно что-то другое ложить. Очень удобно. И взяла еще, в тот раз забыла купить, у меня кончился пропитка. Прошлый год я ей пользовалась, у меня вот чуть-чуть осталось, я помазала. Я хожу только в замше, в натуральной, стараюсь и зимой, и осенью, потому что в коже что-то ногам совсем плохо, и кожи сейчас хорошей нету. Вот, неплохая, за 77 рублей, брала и дорогую какую-то там, и саламандр, и всякую, ничем она особо не отличается. За 77 рублей прекрасное средство. Ну и, наконец-то, трам-пам-пам, вот такая шикардосная красота. Купила себе и подружке две штуки, поэтому у меня будет там ценник 398 рублей. Сразу сегодня ей подарила, на работу зашла, чтобы домой не тащить. Я говорю, потом домой тащить, говорю, их потом не будет. Этих вообще вазочек всего, наверное, штуки 4 было. Так что, девочки, то есть в Хакасии спешите. И это я была на центральном рынке, магазин там Александр большой, у нас супермаркет, знаете. Вот магазин там, не знаю, по-другому не была. Потому что болею, сильно стараюсь не ходить, хотя и выходные как бы у меня сейчас побольше, но все равно. И я тем более отлеживалась, и сейчас дома столько дел накопилось, убрала елку, я уже говорила, еще вот остальное все не поубирала. Надо еще вам кухню показать, уже кто-то новые подписчики. Спасибо всем моим давнишним, и кто недавно, хоть помаленечку смотрит, ради вас, конечно, буду снимать. На ножке ваза вот у меня одна разбилась, и я захотела себе повторить такую. Она, по-моему, хрустальная. Ну, что-то 700 рублей. Какая разница, хрусталь, стекло?
разобьется, хоть не жалко за 199 рублей. Ну, такая прям тяжеленькая. Тоже в такой же вот она коробочке девочки идет, красивой. Вот так все оформлено, на подарки вообще, это и на подарки, астры красивые, и так просто. Это конфетница называется, ну я вот даже сюда бы, например, любой салат бы сделала, вот любой салат сюда наложил и положил, потому что конфет столько много мы не едим, когда гости приходят, как бы не, да. Сюда вот она прям такая большая, сюда можно любой салат положить, и будет очень красиво, и место будет здесь под другие салатики, очень-очень удобно. Вот, так что, в общем, пробегусь по ценам. Конфетница 198, две тут по 3, пирожное барн 99, лапша 18, контейнер 99, вот этот, который вешается. Так, рюмки, про рюмки скажу, рюмки 55 рублей одна, я купила 6 штук, получилось у меня 330 рублей. Рюмочки на ножки, очень давно хотела, я хотела, конечно, повыше, привозили вот эти стеклянные, ажурные, перламутровые, вот с такой каемкой, я все же думала, что они вот когда-нибудь их привезут, такая маленькая пузатенькая рюмочка и будет на ножке. Но это даже лучше, вот эти ножки, они ломаются, бьются, у меня хрустальные были, поразбились все. Одна, по-моему, рюмка осталась, или, по-моему, нету. И от мамы оставалось две рюмочки, тоже при переезде одну. Разбили тоже на тоненькой ножечке. И одна у меня стоит на память. Вот эти даже, они не так разобьются на маленькой ножке. И очень красиво смотрятся. У меня как бы есть рюмки такие, но что-то, знаете, там уже четыре таких. Есть уже 6 штук простых, таких просто стеклянных. Какие-то такие вот не очень. Сейчас как бы не скажу, что мы там часто выпиваем, но бывает иногда. Вот подружка у меня одна коньячок любит, как бы вот мы иногда с ней бывает выпиваем, там по 2-3 стопочки выпьем, что это нормально. Вот срочно нужно Наташа обновить мне стопки. Привет, тебе тоже на меня смотрит. Вот, такие вот дела. Ну, в общем, захотела удержаться, тем более это все перекликается вот в этой. И даже смотрите, я мини-вазочку какую сделала. Вот мини-букетики летом какие-то ставить. Очень даже прикольно, вот налил, поставил, такая вот милота, мини-вазочка. Так что вот, девчонки, спешите. Это, конечно, не все, что я там есть, я торопилась, очень мне было некогда, на днях постараюсь здесь снять, что там еще напривозили. Очень много тарелочек, посуды новой, все, очень много всего нового, и кружек там каких-то термо, и все, и все, и все. В общем, спешите, фикс прайс, там очень-очень много-премного больших новинок. Может, что-то сейчас ставлю. Коллекцию Дню Святого Валентина, по-моему, я в прошлый раз вам уже показывала. Ну, может, еще сейчас что-то вставлю. По-моему, нового там уже ничего, мне Валентина нету. Уже идет что-то, по-моему, март. Это уже к 8 марта, по-моему, такое все. Так что спасибо всем еще раз. Пока-пока. До новых встреч. Ваша Жанна. Мой новый маникюрчик. Не знаю, в прошлый раз это видел или нет. Прошлый маникюр вообще, по-моему, не показала. Сейчас как-то вот чего-то хочется такого. В душе у меня такой покой какой-то. Ну и немножко яркого хочется, вот такое вот делаю. Дочь вообще моя довольна, говорит мама. Прям вообще такие ногти у тебя стали культурные. Пока-пока.